В основном все предприниматели, да, из 90-х, а новых, вот и кто из 2000-х годов и так далее, вот их нет. Действительно, время 90-х годов давало возможность в двух аспектах. Первое, было много возможностей на рынке приватизации. Второе, профессия предпринимателя была тогда в обществе желанной. Многие хотели быть предпринимателями. Сейчас многие молодые люди, выпускники вузов, хотят быть чиновниками, либо работать в государственных корпорациях, то есть быть менеджерами или топ-менеджерами. Многие, кто работал предпринимателем, а это большая часть, ушли из бизнеса с очень большим осадком. Это, как правило, очень много рисков, это потерянные капиталы, и это болячки и постоянная головная боль. Большое количество неудачных мелких средних предпринимателей, уйдя из бизнеса, потом рассказывали другим, почему не нужно быть предпринимателем. В обществе созрела ситуация, что из молодых людей только 5-7 или там 10% хочет быть предпринимателем. Это очень мало, если сравнивать такое количество с выпускниками вузов там, в Европе, в Латинской Америке.